Всем привет, с вами Юля, я на канале Хомяк Юля ТВ. Сегодня я расскажу про мою большую коллекцию сумок. И, кстати, у меня этот их 34 штуки. Давайте начнем. Первая, это вот такая сумочка с куколкой. Вторая, это вот такой кошелек маленький. Третья, это такая корзинка. Четвертая, это вот такая сумка большая, можно считать как кошелек. Дальше вот такая вот, зеленая, и у меня к ней есть синяя, потом я ее покажу. Вот такая сумка, розовая, и красивая такая. Вот такая есть, маленькая ручка у нее. Дальше такая чечела. Мне она безумно нравится. Тут липучка. Так. Вот такая очень большая есть. Мне всегда, когда... Ну вот куда-то мы идем, вот я беру вот такую сумку. Она очень большая, вместительная. Вот такая вот ручная работа. Это сова. Такая вот красивая. Дальше у меня есть вот такой кошелек. Я в ней люблю складывать свою косметику. Вот такой кошелек. Можно считать как маленькая сумочка. Вот такой кошелек. Вот такая вот косметичка. Вот такая штука. Так, затем тут шарлотта земляничка на ней. Сумки. Так, вот такая вот. Вот такая сумка, тоже с кристаллом, на липучках. Вот такая вот, она к зеленой прилагается, вот такая тоже, к десерам. Вот такая вот, Сфинкс. Моя самая маленькая любимая сумочка, это вот такая вот зелененькая, с брелочкой здесь сбоку. Это, как можно назвать, кошельком или для телефона чехол. Вот такая сумочка. Такие две маленькие сумочки. Вот такая большая сумочка, ее можно вот так носить или вот так одевать. Вот такая вот большая сумка, тоже вместительная очень. Вот такая. Вот такая. Здрасте, тут тоже. Вот такой цветочек. Это моя самая любимая сумка. Вот такие два кошелечка. Вот такой кошелек и вот такой. В этом у меня лежат деньги уже. Это много. Вот. И вот такой кошелечек, можно сказать, для телефона. И вот такие вот две сумочки. Их можно раскрыть здесь и как пакет. Ну, кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Хомяк Юля ТВ. Я потом, может, еще если найду лишние сумки, я тоже сниму продолжение. Всем пока-пока!